Ростовчане, всем привет! Сегодня отмечается праздник под названием «День еще столько всего нужно сделать». Он посвящен людям, которые знакомы с предпраздничной лихорадкой и постоянно мучают себя переживаниями по поводу новогоднего стола, подарков, украшения елки или своих собственных нарядов. Этот праздник учрежден для того, чтобы поддержать таких людей. Я, например, в предновогодние дни переживаю только о погоде. О ней вам сейчас и расскажу. Сегодня ночью столбики термометров опустятся до нуля, а в последний рабочий день года поднимутся, как это не горько любителям зимы и снега, до плюс 6. Небо будет пасмурным и под луной, и после рассвета. Ветер будет преодолевать 4 метра за секунду. Атмосферное давление останется повышенным – 769 миллиметров ртутного столба. Влажность – 76%. Осадков синоптики не обещают. На этом я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго!